Так, Дарзай против меня. Саша, готовься, это твои любимые поединки. Я знаю, ты любишь, когда я играю против девушек. Да что за слон ДТИ? Погнали, C5. Разменник получили, да? Изолированная пешка в центре. Сразу H6. Ни шагу назад, друзья. Все в атаку. Что это за ход? Зачем? Так, господи, зачем так играть? Ладно, взял. Стоп. Здесь как-то хитро, да? Как-то хитро надо. Король G7, как вы думаете, нормальный ход? Может быть, ферзь D6, избавиться от связки? Ферзь D6 тоже имеет смысл. Но еще имеет смысл слоном, допустим, так пойти и потом этого коня сюда. Такой ход. Так, ладно, пофигу, давай пока так сыграем. Иди. Типа хочу так защититься. Чтобы все было под защитой. Так, конем, да? Могу же я конь D7 сыграть? Взять и слоном. Держится. Ну давай, конь D7. Так, надавил, да? На конником. Куда хочет пойти? Хочет пойти на G3, наверное. Блин, ну конь G3, там будет такой ход у меня. Допустим, съели. И взяли туда, ладно. А как тогда играть? Слон Е7 может сыграть пассивненько. Конь G3, конь H5. Давай слон Е7 пока. Так, время надо чуть-чуть получше. Конь G3, так будем защищаться, да? Готовим конь Е5 прыжок. Препятствует конь Е5. Ну, допустим. Может быть, все-таки королем подойти? Сперва же ты сюда. Давай королем подойдем. Хочу ладью вывести. Так, а сюда могу сыграть? Там мата я не получаю нигде. Шаг на F6. Допустим, сюда. Сюда, что ли, шаг? Сюда. Так, я проигрываю. Одно взял.
Отошел. Сюда, да? Так, аккуратненько играем. Ага. Большую диагональ. Здесь побили. Да блин, да куда тебя несет? Да куда тебя несет, реально? Сюда. Забрали. Сюда. Блин, 14 секунд себе оставил. Дарзай как-то очень взялась за меня. Давай коня выводим сюда хотим. F5, да, ход? Я пропустил. Давай шажок. Шажок. Да блин, да что такое? Шах, размен ферзей. Ладно, отошел. Размен ладей. 9 секунд. Разменяли. С гайхом пополам. Связка. Отошел. Так, сюда. Связочка. Поменялись. О, как это было непросто, друзья. Как она меня давила всю партию. Ну, вроде бы я справился. Давайте отчет посмотрим. Сборщики неудачников в чате обсуждают легендарную шахматистку. Блин, а кстати, у нее было выиграно, друзья. Мат в 12 ходов она ставила. Хотите прикол? Я пропустил мат 12 ходов в этой партии. Я никак не могу запомнить, как защищаться против этого бреда. Итак, разменник. Вязка. Это правильно, кстати. G5 хороший ход. И она тут смело наносит удар. Слон Е6, кстати, плохой ход. Надо играть, вот как я говорил, ферзь D6, избавляться от связки. И на ферзь F3, конь E4 в наглую. То есть, если взятие, 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 ферзь G6, типа, вот тут все защищено. Ферзь d6 такой ход. А если, скажем, просто коня куда-то вести, допустим, сюда, то можно уже на мат сыграть, то есть напасть. Ну и как-то так развиваться. Главный вариант это, конечно, ферзь f3 и конь e4. С переходом ферзя сюда. Я сыграл... Ну, король g7, кстати, тоже нормальный ход. Я сыграл так, и этот ход сразу неудачный из-за хода ферзь f3, конь d7 и ферзь g3. И почему я не могу сыграть сюда? Потому что будет ферзь h4, и это победа белых, да? Лучший ход, лучшая защита это король g7. Ну и на король g7, ребята, тут как у... Угодно. Слон h4, например. Слон e3, например. Я должен так защищаться. И h3 просто. В общем, неудачно я защищался. Но она, слава богу, сыграла конем. Конь d7 норм. Ферзь. Неудачный ход, друзья. И опять надо было играть ферзь g3. Я-то планировал конь h5. Сюда.
взятием висит мат. И защищаться очень неудачно, неудобно, да? То есть можно так, шах сюда. И f4. Белые побеждают. Или вторая попытка. Сюда бежать, да? Тогда сразу f4. f6, f5. Вообще проигрывал я, друзья, в этом варианте. Но она опять промедлила. Король g7. Снова пережитый. Надо было играть ей. Так я и сыграл. Конь h5. А, смотрите! Слон f6, шах. Ребята, мат в 12 ходов. Задачка для вас. Мат 12 ходов. Кто решит, тот молодец. Ладья бьет e6. Если забирать пешкой, то, внимание, конь бьет d5. ЕД. Ферзь e6. Король e5. Ладья e1. Король d4. И ct и мат. Вы, конечно, посчитали этот вариант, друзья. Это элементарно. Но что, если забрать королем? Тогда ладья e1. Конь e5. Ладья бьет e5. Король d7. Ладья бьет d5. Король c8. Шах слоном. Взяли сюда. Шах сюда. Взяли на b7. Шах ладьей. Шах ферзем. И мат пару ходов. Вот такой вот вариантик. Элементарная тактика, друзья. Но в партии последовал ход ферзь h4. И это проигрывает. Ладья бьет e6. Вел к победе. Ладно, там началась партия.